Всем привет, меня зовут Артур, а вы на канале Trail Sport. Сегодня у нас обзор туристических ботинок британской компании Carrymore сезона 24. Разделим ботинки на низкие, средние, с мембраной и без. Сначала начнем с ботинок без мембраны. Carrymore Supa 5 – это низкие безмембранные ботинки. Это трекинговые ботинки, предназначенные для мужчин и женщин, которые ищут надежное и комфортное снаряжение для активного отдыха. Они идеально подходят для жаркой и засушливой погоды, благодаря отличной вентиляции и надежной фиксации. Ботинки изготовлены из замши и сетчатой ткани, что обеспечивает легкость и воздухопроницаемость. Подошва DynaGrip гарантирует отличное сцепление с поверхностью, а резиновый рант на мыске защищает от износа и порезов. Carrymore Supa 5 – это отличный выбор для туристов и любителей активного отдыха, которые ценят комфорт и надежность. Carrymore Aerator – это тоже низкие безмембранные ботинки. Это мужские трекинговые ботинки, предназначенные для теплого времени года, когда температура поднимается выше плюс 5 градусов Цельсия. Они отличаются удобством, хорошей посадкой и легкостью, что делает их идеальными для долгих прогулок и походов. Мягкая подошва и глубокая шнуровка обеспечивают надежную фиксацию ноги, а сплошной язычок предотвращает попадание грязи и камней внутрь ботинка. Верх ботинок выполнен из текстиля, что обеспечивает хорошую вентиляцию и комфорт даже в жаркую погоду. Однако при температуре ниже 5 градусов, особенно на ветру, ботинки могут оказаться недостаточно теплыми. Подошва имеет жесткий внешний слой, который дает четкое ощущение поверхности, и промежуточный слой, обеспечивающий достаточную амортизацию. Это позволяет снизить нагрузку на колени и суставы во время ходьбы. Aerator – это хороший выбор для тех, кто ищет легкие и удобные ботинки для теплых месяцев. Дальше идут модели с мембраной. Это Bodmin Low 2 Kids с мембраной WeatherTight. Это детские трекинговые ботинки, разработанные специально для активного отдыха и приключений в любую погоду. Они предлагают отличное сочетание комфорта, защиты и долговечности, делая их идеальным выбором для юных исследователей природы. Эти ботинки изготовлены из высококачественных материалов, включая водонепроницаемую мембрану WeatherTight, которая защищает ноги от влаги и обеспечивает отличную воздухопроницаемость. Это позволяет ногам оставаться сухими даже в условиях повышенной влажности. Подошва DynaGrip разработана специально для обеспечения отличного сцепления с различными поверхностями, будь то грязь, снег или камни. Она также обеспечивает хорошую амортизацию, снижая нагрузку на ноги ребенка во время активных игр и прогулок. Ботинки имеют удобную посадку и регулируемую систему шнуровки, что позволяет точно настроить поддержку и комфорт для ног ребенка. Bodmin Low 2 Kids – это отличный выбор для детей, которые любят активный отдых на природе. Они обеспечивают комфорт, надежность и долговечность, делая каждое приключение незабываемым. Carrymore Spike Low 3 – это мужские и женские низкие трекинговые ботинки на мембране. Это мужские и женские трекинговые ботинки, предназначенные для активного отдыха и путешествий в различных погодных условиях. Они сочетают в себе комфорт, защиту и долговечность, делая их отличным выбором для любителей пеших прогулок и горных походов. Эти ботинки изготовлены из прочных и износостойких материалов, обеспечивающих долговечность и надежность. Водонепроницаемая мембрана WeatherTight защищает ноги от влаги, сохраняя их сухими даже в дождливую погоду. Подошва обеспечивает отличное сцепление с различными поверхностями, а также обладает хорошей амортизацией, снижая нагрузку на ноги во время длительных походов. Carrymore Spike Low имеет удобную посадку и регулируемую систему шнуровки, что позволяет точно настроить поддержку и комфорт для ног. Защитный носок и пятка повышают долговечность ботинок и защищают ноги от ударов и порезов. Эти ботинки подходят для легких походов в горы, прогулок по пересеченной местности и других активностей на открытом воздухе. Они обеспечивают высокую надежность, комфорт и долговечность. Taransai Low – это мужские трекинговые ботинки для тех, кто ценит комфорт, защиту и стиль в одном флаконе. Эти ботинки идеально подходят для активного отдыха и путешествий в любых погодных условиях, благодаря своей водонепроницаемой мембране WeatherTight, которая надежно защищает ноги от влаги, сохраняя их сухими даже в дождь или снег. Taransai Low обладает отличной амортизацией и сцеплением с поверхностью благодаря подошве DynaGrip, что делает их идеальными для походов по пересеченной местности.
Удобная посадка и регулируемая система шнуровки позволяют точно настроить поддержку и комфорт для ног, обеспечивая надежную фиксацию стопы. Эти ботинки выполнены из прочных и износостойких материалов, таких как синтетическая кожа и кордура, что гарантирует их долговечность. Тарансай Лоу – это отличный выбор для тех, кто ищет надежные и комфортные ботинки для активного отдыха и ежедневного использования. Модели Кистрал – это легкие и удобные трекинговые ботинки, представленные в низкой и средней версии, которые идеально подходят для активного отдыха. Они выполнены из синтетической кожи и сетки, что обеспечивает отличную вентиляцию и комфорт при носке. Водонепроницаемая мембрана Weathertight защищает ноги от влаги, сохраняя их сухими даже в плохую погоду. Подошва Denegrip придает ботинкам отличное сцепление с поверхностью и обеспечивает хорошую амортизацию, что снижает нагрузку на ноги во время длительных прогулок. Хорошо зафиксированная стопа, поддержка и комфорт ног обеспечиваются благодаря удобной посадке и регулируемой системе шнуровки с металлическими люверсами. Они подойдут как для легких маршрутов, так и для каждодневного использования, обеспечивая защиту и комфорт в любых условиях. Crosshawk – это универсальные легкие трекинговые ботинки, представленные в низкой и средней версии на мембране Weathertight. Это универсальные легкие трекинговые ботинки низкой и средней высоты, которые подойдут как для активного отдыха, так и для повседневного использования. Они выполнены из замши с водонепроницаемой мембраной Weathertight, обеспечивающей защиту от влаги и комфорт при носке. Подошва Denegrip с амортизационным слоем из пены EVA обеспечивает отличное сцепление с поверхностью и комфорт при ходьбе. Удобная посадка и высокая система шнуровки позволяют точно настроить правильную посадку ботинка. Эти модели отлично проявят себя на длительных прогулках и на коротких несложных походах. Kermer Staffa Weathertight – это трекинговые ботинки, предназначенные для туризма и активного отдыха, представлены в женской и мужской версии с мембраной Weathertight. Они выполнены из синтетических материалов, которые обеспечивают легкость и прочность. Водонепроницаемая мембрана Weathertight защищает ноги от влаги, сохраняя их сухими даже в самую плохую погоду. Подошва Denegrip обеспечивает отличное сцепление с поверхностью и хорошую амортизацию, что снижает нагрузку на ноги во время длительных прогулок и вылазок на природу. Защитный слой обрезинки идет до самой пятки, что безусловно продлит срок службы ботинок. Эти модели рекомендуются для несложных походов, прогулок на открытом воздухе и для каждодневного использования. Kermer Pinnacle – это высококачественные ботинки, разработанные для самых требовательных условий. Сделаны они из замши и ТПУ сетки, обеспечивающих долговечность и надежность. Также присутствует обрезинка на носке и пятке для дополнительной защиты ботинка и ног. Водонепроницаемая мембрана Weathertight защищает ноги от влаги, сохраняя их сухими даже в самых экстремальных условиях. Подошва Denegrip обеспечивает отличное сцепление с поверхностью и хорошую амортизацию, что делает эти ботинки идеальным выбором для легких походов. Pinnacle я могу рекомендовать для несложных походов по пробитым тропам с минимальным весом рюкзака. Модель Helix – это легкие и удобные трекинговые ботинки, предназначенные для активного отдыха и туризма. Они выполнены из текстильного материала, который обеспечивает отличную вентиляцию и комфорт при носке, а водонепроницаемая мембрана Weathertight защитит ваши ноги от дождя. Подошва Denegrip с амортизационным слоем из пены EVA обеспечивает отличное сцепление с поверхностью и комфорт при ходьбе. Удобная посадка и регулируемая система шнуровки позволяют точно настроить поддержку и комфорт для ваших ног. Kermer Helix – это отличный выбор для тех, кто ищет простую, недорогую и надежную обувь для активного отдыха. Kermer Dominator – это еще одни низкие, легкие и удобные ботинки на мембране Weathertight. Они выполнены из синтетических материалов, которые обеспечивают легкость и прочность. Ноги остаются сухими даже в дождь, благодаря водонепроницаемой мембране Weathertight. Подошва Denegrip даст хороший зацеп и амортизацию, благодаря пенке EVA двойной плотности, что снижает усталость ног во время похода. А независимая система внешней шнуровки позволит точно посадить ботинок по ноге. Модель Dominator могу рекомендовать для несложных походов, прогулок на свежем воздухе и каждодневного использования.
Cascade Low. Это легкие, надежные и простые ботинки для активного отдыха и туризма. Они выполнены из качественных материалов, таких как натуральная кожа вида Crazy Horse и обрезинки на носке, которая обеспечивает комфорт и долговечность. Мембрана WeatherTight защитит ноги от воды даже в самую ненастную погоду. А подошва Vibram обеспечивает отличное сцепление с поверхностью и хорошую амортизацию, что делает эти ботинки идеальными для походов по пересеченной местности. Cascade Low понравятся людям, которые ценят универсальность, потому что эти ботинки можно использовать как для городского использования, так и для приключения за городом. Kermit Bodmin Low 4 – еще одни простые и надежные ботинки для активного отдыха и туризма. Они выполнены из замши и сетчатого материала, которые обеспечивают комфорт и воздухопроницаемость. Мембрана WeatherTight отвечает за сохранность ваших ног сухими даже в самых тяжелых условиях. А подошва DynaGrip обеспечивает хороший зацеп с поверхностью и отличную амортизацию, что, несомненно, придется по вкусу любителям походов. Резиновый рант на мыске гарантирует износостойкость и защиту от порезов об острые камни, ветки и другие препятствия. Удобная посадка и регулируемая система шнуровки позволяет точно настроить поддержку и комфорт для ваших ног. Bodmin Low 4. Водонепроницаемые и дышащие, легкие и удобные. Это отличный выбор для каждодневного использования и для несложных походов в любую погоду. Isla Ladies – это специально разработанные для женщин трекинговые ботинки с мембраной WeatherTight. Они изготовлены из комбинации замши и сетки. Благодаря этим двум составляющим вы получаете хорошую вентиляцию и долговечность. Мембрана WeatherTight защищает ноги от влаги, сохраняя их сухими даже в самую влажную погоду. Подошва DynaGrip гарантирует надежное сцепление с поверхностью и хорошую амортизацию. Поэтому такие ботинки идеально подходят для походов по пересеченной местности. Isla Ladies – это отличный выбор для несложных трекинговых маршрутов и прогулок по пересеченной местности. Kermit Peregrine – это ботинки средней высоты, представлены в мужской и женской версии. Они изготовлены из армированной сетки по технологии Ripstop, которая обеспечивает долгий срок службы. Обрезинка из термополиуретана защитит как ваши ноги от ударов в носочной зоне, так и сами ботинки. Водонепроницаемая и дышащая мембрана WeatherTight сохранит ноги от влаги, даже во время дождя. Подошва от знаменитого производителя Vibram гарантирует непревзойденное сцепление с любой поверхностью и хорошую амортизацию, чтобы снизить усталость ног во время длительных переходов по маршруту. Peregrine отлично подойдут как для походов выходного дня, так и для любых других видов активностей на природе. Это был обзор туристических ботинок компании Kermit сезона 24. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, подписывайтесь на канал Trail Sport, ставьте лайки. Всем до новых встреч!